пожаловать или с возвращением на мой канал. Наша нервная система состоит из большой сети, по которой текут электрические импульсы. Как и в любом электрическом устройстве, в нашей нервной системе может произойти перегрузка в результате какой-либо патологии или стрессового состояния. Или же она может просто ослабнуть, когда миелиновые оболочки, выстилающие наши нервы, истончаются перегруженной нервной системой. В этой медитации вы научитесь расслаблять свою нервную систему, чтобы способствовать ее восстановлению и регенерации. Для ослабнувшей нервной системы требуется расслабление и время для восстановления. Хорошо, сядь в удобное положение, в месте, где тебя никто не побеспокоит в ближайшее время. Когда почувствуешь готовность, закрой глаза и начни дышать носом. Сделай несколько глубоких вдохов. С каждым вдохом напряжение оставляет твое тело, твои мышцы расслабляются. Сейчас вдохни и представь, как теплая светящаяся энергия входит в голову через макушку и заполняет весь мозг. Когда ты вдыхаешь, эта энергия вливается внутрь тебя. Когда выдыхаешь, энергия заполняет весь твой мозг. Обрати внимание на чувство расслабления, которое естественным образом ты уже ощущаешь вверху своей головы. Продолжая заполнять светящейся энергией свой мозг, попробуй распространить расслабление в каждую часть своей головы. Твои глаза расслабляются. Твой лоб расслабляется. Твоя челюсть расслабляется. Вся твоя голова и шея расслаблены. Обрати внимание, как это расслабление быстро распространяется по всей твоей голове, стабилизируя нервные импульсы в коре головного мозга. Это дает тебе приятное ощущение спокойствия. Теперь, продолжая вдыхать светящуюся теплую энергию, представь, как она постепенно опускается из твоего мозга вдоль позвоночника, заполняет твою нервную систему. Представь, как светящаяся энергия опускается в твою грудь и освещает всю нервную сеть в этой зоне. Все нервы, заканчивая самыми маленькими ветвями, освещается теплой, светящейся энергией. Все нервы расслабляются и восстанавливаются. Почувствуй ощущения, которые энергия вызывает в твоей груди. Затем она опускается ниже в твой живот, также расслабляя и освещая все нервы.
Теперь эту же энергию направь из своего мозга в левую руку, вдоль всех ее нервных ветвей, заканчивая кончиками твоих пальцев. Представь, как вся твоя левая рука освещается изнутри, в то время как твои нервы расслабляются и восстанавливаются. Хорошо. Теперь отправь теплую светящуюся энергию в твою правую руку. От твоего мозга энергия течет по нервам твоей правой руки до кончика всех твоих пальцев. Вся твоя правая рука, кисть и пальцы освещаются и мягко согреваются этой энергией. Теперь отправь эту энергию, которая уже заполнила верхнюю часть твоего тела, в твою левую ногу, освещая все нервы ноги и заканчивая кончиками пальцев. Почувствуй ощущение расслабления и восстановления, которые распространились по всей твоей левой ноге. Хорошо. Теперь сделай то же самое с твоей правой ногой. Энергия освещает всю нервную систему твоей правой ноги, заканчивая кончиками пальцев стопы. Вдыхай теплую светящуюся энергию, которая восстанавливает и расслабляет твои нервы. Теперь, продолжая легко дышать, представь еще раз, как вдыхаемая энергия через макушку свободно течет вниз и освещает всю нервную систему твоего тела. С каждым вдохом теплая светящаяся энергия вливается, и твоя нервная система освещается, как будто это лампочка, которая мягко, периодически мерцает. Так и твоя нервная система освещается и наполняется теплой, светящейся энергией. Твоя нервная система расслабляется и восстанавливается. Все напряжения исчезают, и вся твоя нервная система мягко обволакивается этой целительной энергией. В течение 1 минуты продолжай вдыхать эту энергию, освещая и восстанавливая с каждым вдохом всю твою нервную систему. Через минуту мой голос подскажет, что делать дальше.
Хорошо. Сейчас твое тело расслабилось, и в нем активизировались процессы регенерации всей твоей нервной системы. Почувствуй, как твоя нервная система наполнена теплой, светящейся энергией. Теперь мысленно попроси свою нервную систему усилиться и начать регенерировать миелиновые оболочки, которые покрывают твои нервы. Эти оболочки, как изоляция в электрических кабелях, способствуют правильному потоку электрических импульсов, защищают нервы и предотвращают рассеивание импульсов. Представь, что твои нервы покрыты защитной оболочкой, прочной и здоровой. Направь энергию, которую ты продолжаешь дыхать, на усиление и регенерацию этих оболочек. Если есть какие-либо части твоей нервной системы, которые требуют внимания и восстановления, можешь направить всю энергию в эту зону для ее восстановления и регенерации. Представь эту энергию как светящуюся теплую смолу янтарного цвета, которая обволакивает твои нервы прочной эластичной оболочкой, восстанавливает их, питает и защищает. Продолжай вдыхать эту энергию в течение следующей минуты. Через минуту мой голос подскажет, что делать дальше. Хорошо, сейчас в течение некоторого времени почувствуй, как ты себя ощущаешь. Обрати внимание, как поменялось восприятие твоей нервной системы. Ты можешь ощутить чувство внутреннего тепла, чувство расслабления. Все, что ты сейчас воспринимаешь, это интуитивные ощущения, позволяющие понять, что такое идеальное состояние для восстановления твоей нервной системы. Попробуй запомнить это состояние, научись вызывать его в себе, научись общаться со своей нервной системой так же, как с чем-то живым и разумным, используя эту энергию для расслабления, гармонизации и усиления своей нервной системы. Твое тело имеет невероятные способности для регенерации. Чтобы ускорить эти процессы и более интенсивно их воспринимать, важно найти время, чтобы расслабиться и сознательно послать энергию в твои системы жизнедеятельности, заботясь о них так же, как если бы ты заботился о своем саде. Сейчас сделай глубокий вдох. Благодари свою нервную систему за те функции, которые она выполняет ежедневно, по передаче важных импульсов в каждый уголок твоего тела. Моя нервная система, я благодарю тебя. Помни благодарить ее в течение дня, особенно если она попросит тебя об исцелении. Благодарю тебя, мой друг. Если тебе понравилась эта медитация,
можешь подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Желаю тебе всего хорошего, спасибо Бог и до новых встреч!